сдал первый. А они его только что нагнали. Стартует третий заезд. Смотри. Понеслась. Трасса очень скользкая. Очень скользкая трасса, особенно вот там внизу, два самых нижних поворота. Ой, там сейчас будет что-то, что-то будет страшное. Так, один кто-то потерялся уже, да? Там себя перевернул. Я же сказал, скользко. Вон, там очень скользко, все так боком заходят, там лужи стоят прям. Торец послушался. Так, а кто-то, кого-то я, первое кого-то место. Не хватает. А, не, едет, вон, 777-й. Значит, просто въехал в это. Да не, его развернули. Потому что он рулит. Так, и вот еще один очень скользкий поворот. Там просто жесть, там поливалки столько воды налили, там море. Правее возьмет, че нет? Да, я прям понял. Так, а вот Жигуль не может выехать. На гору. Все, давай, давай, молодец. Ну, понесло, но... Ну, понесло, но надо было сильнее, ну, левее, да, брать. Так, ну, пока что все едут. Номер 10 впереди. Да, да, за ним номер 20. Ой-ой-ой. Я что-то пропустил, да? Да, я что-то пропустил. Там кто-то... Кто-то там что-то исполнил. Обыкновенно. Так, а там влетел? Жигуль борется с самим собой. Кстати, это единственная машина, которая обута полностью в дорожную обычную резину. И, по-моему, там все четыре колеса разные. Но тут правее надо брать. И что ты едешь по самой гуляке? Там очень скользкий поворот. Опять понесло. Прикинь. Так, десятый номер обходит уже кругового. Держит хорошо на КХ-ах, тяжело. Да, да, да. Они не держат ни хрена. Смотри, 151-й даже его взял. Да потому что внутряк сухой, видишь. Браво, да там уже сука, такая грязь добротная. Ох. Заехал. Еще опыта мало, я же сказал, самый последний будет жопа первые пару поворотов. Не рода красавчик. Да, этот сейчас. Пока было сухо, он еще о, как-то ехал. Немножко. О, да, он вообще там в позу зю стал. Еще сильнее. Сейчас кто-то ему там поддаст. Да? Нет. Проскочил. Не, ну сейчас подсохнет. Да, да, да. Некоторые участки трассы уже начинают подсыхать, уже начинается пыль. А что, не рота первый идет? Да. Да, торец второй, да? Номер 151, который исполнил кульбит в прошлом заезде. Ошибку обратно, но бери по правой, по сухому. Да. О! Смотри, смотри. Там как тернулись. Бам! Есть! И сам стал. Да, это называется «Не рой другому яму». А, Саня, а если был бы ручник, можно было бы легче, да, заходить? Так, и номер 62 уткнулся в стену. 62, да, правильно. Да. И задний привод? Восьмерочка, смотри. Снова там какие-то терки. Блядь, снова каждый раз бам. Тоже. Бери еще правее. Раньше, раньше, раньше. О, там что-то происходит, да? Опять Жигули борется с самим собой. Сейчас поедет против шерсти. Там очень скользко. Так и он на месте там крутился. Так, так а что, у него резины нет? Видел резину? Во-во-во, ну сейчас что-то будет. Будет что-то? Нет, не было. Так, ну у
этой истории, наверное, будет продолжение. Прошел, молодец. Ну. Номер 10 несется, его никто не может догнать. Так, как там многострадальные «Жигули»? Опять куда-то заехал, забуксовал. Буксует, газует. Бам, опять. Давай, молодец, вот молодец. Все на той стене зависают, все давай, на нее давай, бьются. Давай. Но неужели восьмерка ярче? А, проскочил. Бам. Правильно, вот так. Занесло 26-й. Больше, вот ты на ручнике заходил, видишь? О, я тебе говорю, они проходят по подъему. Чересчур поворачиваемость у них, понял? И за то, что видишь, передок шире. Там кто-то уткнулся, не попал. Проем между бруствером. Видите, смотрите, как красиво заходит. О, хорошо зашел, красиво. Понял, ему уже легче. Дальше, кто там следующий? Ай-яй-яй, вот это обидно. Восьмой номер, и кто там еще? Десятый, десятый, двадцатый. О, смотри, тормозил, надо было не тормозить. Газовать надо было. Он тормознул и его сунул. Упорная борьба между Конторезом номер 20 и Неродой номер 10. И вроде бы Конторез проехал, да? Да. Нерода немножко застрял там. Задержался. А, это я Конторез дымит. Сцепление, наверное, спереди сейчас дымит. Так, там снова кто-то застрял. Ну, а что там обычно? Кто там? Номер 98 и номер 8. По-другому, да, есть. А он не газует. Так, а там уже исполняется езда задним ходом, да, ему надо на «Жигулях». Может, он уже забыл или забил на всю гонку, он просто катается. Нерода не, он там первый заезд в круг пропустил. Так, ну и что же там происходит? Ну, проехать можно? Да, проехать можно. Отсюда плохо видно. Так, «Жигули» проехал. Так, и что там? Номер 20-777 пошел. Сейчас там что-то, тормози, наверное, тормози, будет, бачи. Да? Да, будет. 777-й неправильно зашел в поворот и шо? Сплошным шо потеком зло? Все пошли и все, и он заглох, по-моему. Еще его там тернули, кого-то еще пнули. Бач покрасил один на этот, завелся, пыхнуло черным дымом. Залило бензин. Там мотор на карбюраторах. Поехал хорошо. Так, номер 26, который там в повороте был ретардом. Поехал. Номер 10, а ну, что сейчас будет? Они ломают пальму, Прилипает резина.
восьмерка сейчас. Да, вот когда резины нету, то что-то ему не делай, но оно не едет. Так, а тем временем номер 20 идет, по всей видимости, первым, за ним номер 10. Затолкали куда-то «Жигуля». Он что ли боится? Да нет, что сегодня мы это видим. Это что не случилось? Давай медленно. Теперь они там втроем застряли. Да, вот поворот. Да, едет даже копейка. Правда, непонятно куда, но едет. Она не может завести, да? Что-то видно не знаю. Номер 62 проходит поворот, а номер 777 застрял. Там то ли заглох, то ли забуксовал. Скорее всего, просто заглох, потому что стоит на ровном месте. Вот, кстати, опять выехал героический Форд. Классика жанра. Да, выехал дверь уже. Да. Снимай, дверь открылась сейчас. Да. Кого? Да? Сейчас будет открываться. Смотри на поворот. Внутренняя дверь с водительской стороны. А ну. Смотри. Да, у «Жигуля» открыта дверь. Ну, замки, наверное, не выдерживают. А может, их там уже и нету. Так, что тем временем происходит? Ничего особенного. Все так плавно растянулись по всей трассе. Вот Форд, кстати, тоже задний привод борется с грязью. Развернет полностью. Но там хотя бы какая-то резина есть. А на «Жигуле» вообще никакой резины нету. Ну, почти нету. Там какая-то дорожная, и все четыре разные. Так у нее и спереди налипло, смотри. Но «Жигули» едут все-таки, хоть как-то едут. А Форд что-то тяжело что-то ему по грязи. Он «Жигули» ездит с открытыми дверьми задними. Бам! Там с этим нормально. Коробка может. Или непонятно. Уже грелось, а может. Так, пошел последний круг. Флаг с крестом. Когда более-менее трасса подсыхает, Форд начинает нормально ехать. Неплохо едет. Это восьмерка. Восьмерка просто. Так, и что там, что там? Тяжело будет заднему приводу в гору. Не, ну я тебе вообще... Да не, восьмерка тут. Нагрузки на ведущие колеса нету. И, ну вот, как бы и вот результат. Ба!
это и флаг. Заехать, призовое. Ты что, сам себя? Газует Форд, борется со скользкой дорогой. А что, если не доезжают, то не зачем какие? Нет, каждый круг относится. Вот, много кругов не доехал, мало. Плюс то, что призовое добавляется там. И все равно он много очков набрал. Там. Он первый же, что второй заезд. А кто первый? Да, бедная машина. Ну, значит, тогда... Ну а первый заезд он там тоже каким-то приехал. Вторым. И у него призовое будет по-любому. Смотри, смотри, что он сейчас выйдет сам, смотри. Он только что назад начал сдавать. Так, буквально три машины. Так, и номер 777, который подавал большие надежды. До финиша не доехал. Что, пошли? Обидно. Да, привет. Гонщики подготовят свои остатки автомобилей. Так, должно быть. Так, будет так называемый королевский заезд, то есть гонка на выбывание совсем-совсем скоро.